Всем привет, дорогие друзья! Услышала грохот, шум, рычание, выглянула в окошко, а тут огромное количество мотоциклистов. Целое сообщество. Что-то их всех тормознули. И полиция охраняет. Что к чему, пока непонятно. Тут с охраной, с полицией. Что-то тут такое происходит. В Германии, как всегда, весело. Что-нибудь, а то парады, парады, то демонстрации, то какие-то сообщества мотоциклистов, то еще что-нибудь. Всем всего доброго, друзья. Я думаю, это надолго, и неизвестно, чем это закончится. Ладно, пока-пока.